Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Человек-паук, и так у нас идем по основным заданиям. Давай. И нас сейчас ждут в лаборатории. Вроде что-то у него новое случилось, приключилось. Давайте посмотрим, к чему он пришел, пока нас не было. Он же ученый. Надеюсь, мы что-то сможем. А хотя, что мы можем подчеркнуть, если у нас уже все есть необходимое. Давай, Питер, продвигайся вперед. Вперед, вперед. Это же так беспалевно все время через крышу заходить. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, так, подожди. Для начала. Посмотрим. О, доступно. Давайте посмотрим, что у нас здесь доступно. Сложновато, да. Так. Нужно только активировать. Нет, это не пойдет. Да, вот. Если даже это так. Ну-ка посмотрим. Это вот так. Надо еще одну. А так нельзя, да? Надо вот так. Так, это не так, да? Нет, это так. Ну и здесь три просто оставшиеся складываем. Как бы то ни было. Все это вот просто. Получилось? Получилось. Давай, что у нас здесь? Еще одна осталась. Неизвестный, так. Займемся наукой. Так. Предположим, даже если это так. Так? Нет, не так. Так? Нет, не так. Мне надо, чтобы она была тут. Так, что-то не так. Какой-то... Вот это не хватает, да? Нет. Так, ну-ка давайте-ка еще разок. Это сюда. Это опять сюда, это сюда. Нет, нет, не так, вру. Так. Как бы нам... Так. Так. Ну, предположим. Просто предположим, что это где-то так должно быть. А если это так? Это сюда. Это сюда. Нет, не так. Это какая-то ерунда получается. Так, это мы... О! Так, это мы составили. Осталось вот эту составить. Так, эту нельзя. А если эту сюда, то какую нам? Так. У нас одна она остается. Нет. Так. Вот это одна. Это точно. Осталось две подобрать только. Ага. Нет, нам ее не удалить. А почему? Это вообще бессмыслица.
Нам ее не удалить. Так, подождите. Нет, какая-то ерунда. Подождите. Это вот точно сюда. Это тогда сюда. Потому что она мне там не нужна, наверное. Ладно, подождем. Так, эту мы составили. Здесь получается что-то типа такого надо. О! Собрали. О, получается. Да, конечно, получается. Пройдено. Пройдено. Премия за завершение. А что, мы получили премию за завершение? Так, у нас все пройдено. Ну, мало ли. Ну-ка, давайте-ка, что тут? Это не надо? Все пройдено. За полное завершение. Премия как? Ну, не знаю, премия, ладно. Ой. Ладно, давайте посмотрим, что у нас где-то еще было. А, где у нас компьютер твой? А, ты за ним сидишь, что ли? Да. Как понять, что грант не дали? Попробуй офисный кофе. Да. Это что? Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Понятно, это очки Оптимуса. Когда он с миножком встал. О, две руки. Две руки. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Ну давай, как понимаю, у тебя... Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Давай посмотрим, что здесь у нас премия какая будет. Начать диагностику. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Давай. Ага. Сюда, значит, надо. Ну давай вот так пока тогда. Где у нас? Вот это. Оптимизировать. Сюда. Прямая. Вот так вот, прямая. Этих нет, да? Да что вот так? И еще одна. Напряжение неверное, да? Вот и все. Отлично. Ладно, что дальше? Подача питания. Готово. Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Смотрим. Это развернуть. Так, это не то. Вот она. Повернуть. Блин, сюда уходит. Она, да. Ага. Тут какая-то вилка должна быть опять, что ли. Ладно, посмотрим. Нет, это и нету уже. Ладно. Так, неверное напряжение. Почему неверное? Потому что надо вот это заменить. На 2. На 2. Хрен там. Так.
Это не заменяется. Тогда. Это сюда. Пойдем так. Где у нас? И одна вот так. Вот так. Закончил. Просто она нам не нужна была. Хотя была показана и закреплена. Давайте продолжим. Подача питания, калибровка готова. Что еще? Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Так. Давайте пока начнем. С малого. От малого до великого. Вот примерно где-то так это будет выглядеть. А вот куда мне надо будет? Наверх? Или вниз? 5, а надо будет 3. Наверное, все-таки через верх надо будет гнать. Да. Я так и думал. Посмотрим. Прямая есть? Прямая. Так. Прямая. Есть. Стоп, вот так, вот так. Ни хрена не так. Значит, мы ее поменяем. Поменяем. А на какую мы тебя поменяем-то? А вот на тебя я поменяю. Неверное напряжение. Правильно, потому что там 3, а надо дохренища. Надо 5, 3, 2. Вот оно. Правильное напряжение. Итак. Подача питания, калибровка, нейрочип. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Правильно. Хорошо поработал. Поэтому я такой умный. Человек-говнюк. Давай. Ух ты, ничего себе, рука-то там. Опасный противник будет. То, что не мог своими руками, делаю механическими. Это почти что успех. Это почти что невероятно. Это сделал я. Наполовину. Вам нужна помощь? Да. Че, отказаться не можешь? От того, что получил, да? Доктор, в чем дело? Уже стало заметно.
Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Естественно. Конечно. Я нем как паук. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Два друга не виделись давно. Обнимались, обжимались, тут вдруг встал у одного. Ну, это вот про них. А, Питер, чуть не забыл. Прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Так. Что-то могу еще дополнительное сделать. Это что? Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Идеально. Ради этого я готов на риски. Так, ну это мы все видели, все знаем. Где твой компьютер? Так, ну тут я как понимаю, наверное, все сделали, нет? Нет, это не тот. Ой, не то. Нам сюда. Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. Да. Должен быть я осторожен. Так, прочные связи. Выйти из лаборатории. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Ну все, сваливаю тогда от тебя подальше. Пока ты психопатом не стал. Так, посмотрим, что у меня. А, гаджеты. Вот. Еще один гаджет развил. Костюмы. Костюмы мне. Нет, это не то. Меня пока все устраивает. Так, у меня три очка. Это что, это ракеты, да? А это серия добиваний. Возможно добить двух слабых врагов подряд. Ну давай. А чё ты не прыгаешь-то? Привет. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майл? А я могу телепортироваться-то? Вот сюда. Поближе. Поближе к тебе. Тётушка. Мэй, извини, связь прервалась. Дай угадаю, опаздываешь? Не, я уже почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так? Все, я уже пришел. И не надо говорить, что я опаздываю. Забыл. О, да ты боец! Давай, малой, врежь ему! Твоя последняя ошибка, говнюк. И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. На. На. Ну все, вроде со всеми разобрался, да?
Больно? Ох ты, у меня нифига там когти-то, посмотрите, я заметил. Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Да, и всякие прилагательные, которые любит женщин. Слушай, ты молодец, но пусть в другой раз драться будут профи, окей? Ну да, а что, если их не будет рядом? Ну, нельзя же просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с Риной на Брайанском мосту? Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Конечно. Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ну что ж, кто в этом виноват? Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, расслабься. Разверни бедра. Первый шаг оставь врагу. Теперь ноги. В бок сходи. Наклониться. Ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да. Да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в челюсть. А, я справлюсь. Вот чё... Прости. Нет, нет. Нет. Порядок. Продолжай так же, и все получится. Ладно. Урок закончен. Мне пора. Эй! Что? Вот. Что еще? Спасибо. Обращайся. Ой, я машину изуродовал. Ну ладно, бандитская машина, ему можно. Я врезал Человеку-пауку. Еще и рад этому. Ни за что, не просто. По мордам дал. До приюта несколько шагов. Беги, Лола, беги. Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь, только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти. Показал наше приложение для взлома. Вот черт. Совсем забыл. Отстой. Он бы точно купил его у тебя. И мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти. Обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Всем достать паспорта и приготовиться. Так, а я где-то здесь. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Так. Вы видели его? Эй, да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Так, а я не понял, почему я как вор-то пробираюсь, я же был приглашен. Так, посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Нет, я полезу под воротами. Я же не Человек-паук. Чтобы лазить, а блин, а вот сейчас вот, да. Дыши ровно. Ты его отвлечешь. Видишь что-нибудь? Мои преданные слушатели, я получаю много звонков об этом отряде Соболь Интернешнл, который помогает полиции расследовать взрывы в ратуше. У меня в Кен выводил шоу Джей Джона Джейсона. Что-то я не понял, я машину взломал, а чё? Ладно. Посмотрим. За каким хреном я вообще туда полез и к этой машине? Что мне там надо? Мои преданные слушатели, я получаю много звонков об этом отряде Соболь Интернешнл, который помогает полиции расследовать взрывы в ратуше. У меня на линии Кен с парой мыслей. Кен, вы выводите шоу Джей Джона Джейсона. Ой. Так, тихо. Книга у меня уже есть, а можно мне вместо нее футболку с лого? Ладно, пробуем еще. Мои преданные слушатели, я получаю много звонков об этом отряде Соболь Интернешнл, который помогает полиции расследовать взрывы в ратуше. У меня на линии Кен с парой мыслей. Кен выводит шоу Джей Джона Джейсона. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Вот так. Все. Вырвался. Вот же ж. А что, не мог обойти, что ли? А,
Привет, мам. Два дома-то можно и обойти. Привет, милый. Ты успешно добрался до приюта Пир? А, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. Где гитара? То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо. Тыц-дац, тыц-дац. Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы со всем справимся, да? Я пойду. Позвоню, как пойду домой. Давайте, ребята. Покедова, я иду в новый мир. В большой. Лица демонов. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Майлз, Пит! Пит, прости, что опоздал. Нет, нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Утешил. Да. Так, и куда это с кофе-то направился? Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. А ты умный. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Дерьмо! Вот чертов хлам. А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят ЛТ в школе. Я знаю, что делать, если они... Что? Не, надо просто треснуть, как следует. И заработай. Или это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Старый пердун сам не может, и других еще думать, что такие же рукожопы, как и ты. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрывов у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, для пуст. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что несмотря на то, через что он сейчас проходит... Обосрался, старикан. Не правда ли? Эй, парень. Жаль твоего отца. Идем, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тебе. Жополис. Чтоб ты сдох, старый пердун. Эй, Мэй. Мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер. Спасибо тебе за все. 8 утра только еще. У меня целый день впереди. Целый день. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. Так, где выход? Давай. Ползи, ползи, ползи. Питер, тот паренек очень трудолюбивый. Нам здесь нужно больше таких. Молодец он, я знаю. Но я же его привел, как? Ну это же я его привел. Я знаю, кого вести вам. Хвалите, хвалите меня. Итак, куда идем-то? Я видел тут что-то, какую-то точку преступности. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не рады. И что, она пристрелит меня? Честно? 50 на 50. Эх, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Это вот что такое? Что за прожектора?
Какая-то будка. 10:43. А, Корейцы вот они. Захватили туристический автобус. Нужно подкрепление, выстрелишь. Хорошо. Будет подкрепление вам. Как освобожусь? Мы готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а нет. Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Лучшие. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Так. Сюда, доктор Майклс. Нападение сейчас будет. Оно не может не быть. Это что за хрень? Вот для чего они строили всю эту штуку. Да хрен вы его пристрелите. Даже не знаю, смогу ли я-то с ним справиться, с такой-то бандурой. Конечно, бы гранату им туда закинуть. Ой, он сейчас руку просто оторвет ему, да и все, с чемоданчиком. Или он живой им нужен? Что за негативка? Почему ты такой? Здравствуйте, доктор. Вот это что, цвета пропали? Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Так, напакостил, конечно, ну, этой пакостью я помог. Он потушил огонь, чтобы ничего не взорвалось. Давай. Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляю к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола? Надо остановить этот грузовик, или танк, или что-то. Вау. Тихо. На. Да подожди. Это Sable International. Нам разрешено стрелять на поражение. Подожди. Больше предупреждений не будет. Эй, эй, там биологическое оружие! Всем бойцам открыть огонь! Ого! Воу. Что это все вдруг стали пускать ракеты? Человек-паук, уходи отсюда. Ты мешаешь проведению операции. Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает. Давай. Так, полдела сделано. Прежде чем идти за Ли, надо избавиться от ребят на машине. И... Давай. Выкинули. Что за... Можно побыстрее? Эй, прекратите стрелять! Хопа! Подожди. Куда ты делся? Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Сейчас он придет. Пришел уже. Это я. Извиняюсь. Хопа! Красиво пролетел. Ли! Отдай его! Так. Блин, бронированный, да? Тихо, 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 тихо. Что-то за... Почему я смог оторвать, а никто не смог больше? Что-то еще оторвал он там снизу.
работаю над этим! Кричал. Паук довольно умен. Быстрее! Ну, отрывай потихоньку запчасти из машины. Я разберусь. Что со мной происходит? Ну-ка, тихо. Начинается новая жизнь. Да размечтался. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Пугало Бэтмена так дурачил. Убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше, но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев. Так, прервать задание. Прерыв задания, вы потеряете текущие результаты. Нет, продолжить. Готовых их спасти. Ага, нельзя выходить, да, с какой-то определенной зоны. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Ты чё, мне тебя надо? Найти, что ли, или что? Что ты мне хочешь? Какую-то вину? Но я не виновен. Я об этом знаю. Нет, продолжит. Да продолжите. Почему прервать-то? А, и ты мне хочешь вину винить? Использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Ну, кстати, как вариант, да. Где-то ты прав. Ну и что мне надо? Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Ой, тоже мне докторишка нашелся. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Так, а ты не знаешь случайно мою личность-то? Надень маску. Стань одним из нас. Да сейчас размечтался. Спасибо, не надо. Так или иначе, ты будешь служить мне. Размечтался. Все души потеряны тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин. Так. Ты можешь остановить Осборна. У тебя много силы, а я могу дать тебе волю. И-и-и-да. Их тела валялись в канавах, а ты ничего не сделал. Я не могу спасти всех. Давай. Что значит одна? Сделка проста. Одна жизнь. За целый город душ. Ты защищаешь Осборна? Давай, пока давай, он давай. Сидит в башне слоновой кости? Не может быть. Покажи свою истинную силу. Подожди. Подожди. На колени. Да сейчас, размечтался. Я открою твое истинное лицо. Тебе не дали мне клятву, а я отдаю им силу. Что? Я должен уничтожить маску! Я не брошу вас во тьме, Мартин!
Да. Сломай и уничтожу твою личность. Так нельзя! Вы можете вернуться к свету! Я найду твою семью! Я! Вот не зря, кстати, я прокачивал, что ракеты ловите и отправлять обратно. Что, смогу опрокинуть? Смогу или не смогу? Неизвестно. В дом врезались. Тема опрокидывания не раскрыта. Ушел. И вакцину забрал. Ну, докторишка хоть цел, и то ладно. Пилюлькин, ты как? Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Летят те, у которых все под контролем. Препарат у вас? Нет. Черт побери. Тоже мне супергерой. А вы-то что? Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Хоть доктора спас. Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Вот такая вот женщина. Ух, мне б такую. Юрий, скажи мне, что вы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Доктор, увидимся в следующем видео. Как это понимать?